Всем привет! Я иду по улице, попиваю вот такой смузи. Сегодня работала всего 2 часа, поэтому много свободного времени. Здесь находится Академия кунг-фу. Вот их веб-сайт. Здесь занимаются велосипедами. Говоря о велосипедах, автобусах и прочем, я вчера случайно наткнулась на видео одной блогерши из Америки, ее зовут Таня Генерал. И вот она там рассказывала, что... То есть без машины вообще никуда, она в Техасе живет. В магазин она ездит закупаться 1 раз в неделю, ну, потому что просто, чтобы не терять время в другие дни, а как бы вот так вот просто ногами как бы и не дойдешь никуда. Я в очередной раз порадовалась, что мы выбрали Портленд, что здесь так развитый транспорт, и на велосипедах все ездят. То есть я в магазин хожу, то есть примерно как в Москве, то есть надо, иду, без машины мы живем, вот, спокойно передвигаюсь. Ну, то есть все в доступности на общественном транспорте. Я других таких городов в Америке не знаю. Вот, кстати, покажу, какой чувачила американский. Короче, эти апартаменты называются Clinton Corner. Я здесь тоже хотела поселиться, но здесь не было свободных мест. Все занято. Очень хорошее место. Вот парковка для велосипедов. Здорово, наверное, жить на 2-м этаже. Апартмент-комплексов здесь много. В принципе, найти себе место для жилья не представляет большого труда. Вот пример апартаментов. То есть такой небольшой комплекс. Вот здесь у них своя помойка. Ах, вкусный смузи. Сейчас напьюсь, поеду в спортзал. Так что приезжайте к нам в Портленд. Мы ни разу не пожалели, что выбрали именно этот город и именно этот штат. Вот этот мой магазинчик, где я соки покупаю. Чувствуешь себя как на даче. Но в то же время работа у меня в 20 минутах езды на велосипеде. Воздух чистый, вода чистая, люди приветливые. Что еще надо? Цветы кругом. Страна не стесняется своего патриотизма, несмотря на многие вещи. Сейчас покажу велосипед с коляской, пригодный для перевозки детей, собак. Можно встретить совершенно разные виды велосипедов, удивительные. В том числе, которые можно водить в лежачем состоянии. В том числе такие
которые типа как цирковые какие-то прямо. В том числе и велосипеды в виде одного колеса. Вот так выглядит сортировка мусора. Вот еще раз показываю, почему наш город называется City of Roses. Его второе название – город роз. Потому что все вот это растет кругом. У каждого, можно сказать, столба. Так, почему? Еще покажу красивый кустик. Каждый день приезжаю мимо него на работу. Все время хотелось остановиться, сфотографировать. Вот. Можно нанять человека, который будет сидеть с вашей собачкой и гулять. Наклейка «Война – это терроризм». Кстати, в Портленде далеко-далеко не все поддерживают Обаму. Было очень много негативных комментариев на Фейсбуке именно от портландцев, когда он сюда приезжал недавно. Вот мой велик. И такие наклеечки есть. Наверное, Child Free повесили. Меньше людей, больше, как сказать, wilderness, как это? Больше дикой природы, наверное. Ну, здесь всякие объявления, обычно всякие учения духовные. Или фестиваль, концерт. Уроки игры на скрипке. Так, что у нас тут еще? Мы здесь как-то пытались жилье искать, но не нашли. О, какой велик прикольный. Вот здесь я соки делаю. Кстати, надо почитать. Такой приятный и спокойный городок, где самое ужасное, что случается, так это сбивают велосипедистов. Вчера сбили 3, одного насмерть. Так что, несмотря на то, что он велосипедный город, как бы здесь в этом смысле ведутся споры, баталии. И далеко не все, ну как бы велосипедисты, они тоже себя ведут, надо сказать, не все правильно. То есть они должны ездить, подчиняясь правилам дорожного движения, а подчас они едут слишком быстро и ведут себя так, что словно вся дорога их. Вот. Сейчас поеду по своим делам дальше, вот. Заметила, что мой велосипед припаркован на наклейке No Worries. Хорошая наклейка.
Вот еще такая очень приятная наклеечка. Какая здесь у нас красивая музыкальная школа. Вон девочка маленькая со скрипкой прошла. Такое здание красивое, с красного кирпича. Ёлки, сосны. Собачки. Вот здесь буквально заборчик, как в деревне. А вот здесь музыкальная школа. И что мне нравится, что можно жить как бы в гуще событий, в нормальном городе, и при этом... Какие листочки. И при этом не терять в качестве самой жизни. Потому что я выросла и жила много лет в Москве. И это, конечно, очень... шумное, загрязненное место, у которого, конечно, есть свои плюсы. Такая башенка. Тоже хочу собачку завести. Почтальон. Вот здесь табличка, означающая «Осторожно, дорогу переходят кошки». Что правда, они тут бегают. И кошки, и белки.